Ну, говоря о шоу-бизнесе, что можно сказать? Безусловно, если мы говорим о творчестве, а я знаю достаточное количество людей, которые находятся в этой сфере и активно в ней участвуют. Это очень творческие, прекрасные люди, действительно, которые находятся в таком творческом, хорошем состоянии, где они могут проводить эту энергию, дарить эту энергию людям, залам, да, аудитории. И это здорово. Поэтому, если это пользуется популярностью и человек имеет возможность получать за это как некую денежную сумму, я считаю, что это неплохо. Ну, а что же ему теперь на завод идти работать, если он певец, да? Естественно, это нормальный должен быть обмен энергии. Человек потрудился, поработал, получил за это какие-то деньги, безусловно. Другой вопрос, что есть наверняка какие-то нюансы, может быть, есть наверняка проекты, которые мало связаны с творчеством, именно только бизнес-проекты. Но если они кому-то интересны и пользуются спросом, наверное, это тоже нужно. Вот, поэтому, я думаю, пересекается все-таки в творческом моменте. Есть прекрасные творческие люди в шоу-бизнесе, на коих концертах я и бывала, и лично общалась, и это ну, абсолютно. У каждого человека есть свой характер, безусловно, но что касается творчества, это здорово. Но есть какие-то нюансы шоу-бизнеса, может быть, какие-то жесткие законы, может быть, что-то, да, когда человек, возможно, и творческий, но в какой-то момент может оказаться, возможно, там, за пределами успеха. Такое тоже бывает, поэтому как-то так.